Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. شكرا كورن يا علم الناس порядке. عليكم اطلعوا عناصر الجيش العربي السوري تابعة للفرس الأسحرة احنا خايفين رفعوا العلم السوري يا شباب. وقفوا فين؟ وقفوا فين؟ رفع العلم السوري فوق. رفعوه رفعوه. رمي عليهم ليك رمي عليهم. لا مش عليهم. ها؟ لا عليهم. Российская военная полиция. Боевики покидают Daraa без единого выстрела. Перед погрузкой в автобусы досмотр обязателен. Опыт есть. В личных вещах прячут не только патроны, гранаты и килограммы пластида. Вот, гранаты F1, гранаты РГД. Боевики категорически против присутствия журналистов, поэтому снимать периодически приходится в скрытом режиме. Генерал-майор Алексей Цыганков инструктирует сирийских военных, как необходимо работать. Вывести с собой допускается один автомат и 3 магазина. Полевым командирам разрешен пистолет. Радиостанции изымают. Снайперские винтовки тоже изымают. Либо если это винтовка обычная, но у нее есть прицел, прицел снимается. Никакого развития агрессии не допускается. Если обстановка накаляется, при резком отказе сдавать гранаты, винтовки, самодельные взрывные устройства, вопрос российские офицеры Центра по примирению решают с полевым командиром. Условия были конкретные. Билет на выезд в обмен на безопасность. Путем длительных, непростых переговоров удалось достичь компромисса. Предоставить автобусы для вывоза боевиков и членов их семей за пределы Сирии. К концу осмотра коллекция запрещенного к вывозу превращается в арсенал. В одном из женских чемоданов прятали гранатомет. Встречаются совсем раритетные образцы, к примеру, как этот пистолет-пулемет. В автобусах, готовых к выезду, так называемая верхушка радикальных исламистов, которые всегда отвечали огнем на призывы любых парламентеров. Переломить ситуацию смогли только российские военнослужащие. Такая военная дипломатия в действии. Арабская пресса пестрит заголовками. На юго-западе республики все больше и больше населенных пунктов присоединяется к режиму прекращения огня. В Daraa боевики капитулировали после переговоров с представителями Центра по примирению враждующих сторон. Перед выездом из города они сдали тяжелое вооружение и реактивные системы залпового огня. Первая партия более 400 человек. Daraa исламисты покидают вместе с семьями. Автобусы направляются на север страны. В Идлибе, по оперативным данным, многие главари бандформирований сейчас деморализованы быстрой капитуляцией группировок на юге.